повезло. Мне нужно оружие, а ты мелом кидаешься. Мне что, самому себе ствол рисовать? По мне, помощь другим не такая уж важная вещь. И как такое милое местечко оказалось глубоко под землей? Хо-хо! Глядите, какой здоровяк! Возьму-ка бутылочку. На худой случай всегда можно разбить ее об чью-нибудь голову. Да! Держи, здоровяк! Черт! Сильный сукин сын! Кажется, он мне нравится. О, может, важная какая штука? Работа не в проворот. Надеюсь, оно того стоит. Хоть что-нибудь давай, только быстрее! Каждый раз, как что-нибудь поднимаю, такое чувство, что спина переломится. Опять. Надеюсь, почти готово. Интересно, что это? Получается? Вроде бы. Это я оставлю себе. Похоже, весело будет. Никто не знает, что это такое. Сам даже не знаю, что я тут собираю. Что только что случилось? Двойные очков! Кто двойные? Я из-за шума не расслышал. Надеюсь, полезная выйдет штука. Это я приберегу. Порой не просто быть работящим. Пошли! Закатывайте рукава и за работу! Папа!
Это моя самая любимая вещь во всем этом драном мире. Выглядит как-то знакомо и опасно. Займись своим делом. Ана! Черт! Сильный сукин сын! Кажется, он мне нравится. Может взять другую пушку. Что-то не догоняю. Сперва знаки вопроса вместо оружия, а теперь еще и мел. Электричество наладили. Ротник! Теперь можно не тратить время на доски. Пора доставать второе оружие. На вкус ни на что не похоже. И это учитывая, что я и вкус-то почти не чувствую. Ах, да! Наконец-то ты даешь мне взрывчатку! Эй, коротыш! Когда до тебя дотянется здоровяк, тебе мало не покажется! Большего мне и не надо. Куда ты собрался, парень? Не бойся ты так. Если наткнемся на какую-нибудь запертую дверь, пригодится. Совершенно бесполезная вещь, если не сидит где-нибудь на высоте. А пенсионерам скидки не положено?
Давно же я не пробовал леденцов. Не очень-то и хотелось. Меня даже провоцировать не надо. Простое. Поэтому, наверное, мы так ладим со стульей. Отрезали тебе крылышки, сука! Максимум патронов! Сколько же я этого ждал? Максимум патронов! Давно пора патрончиков подкинуть! Бухло я возьму, хотя бурная молодость у меня уже далеко позади. По поводу денег, это ты серьезно? Получил по заслугам, паскуда. Ни хрена не шутит. У меня для тебя кое-что есть, дружок. Черт! Сильный сукин сын! Кажется, он мне нравится. Руку я тебе в качестве предупреждения отстрелил. Я бы попросил поднять руки. Твоя речков! Вот теперь повоюем. Это тебе за... за все хорошее.
Может, кто другой захочет полакомиться. Держи, здоровяк! Возьму-ка бутылочку. На худой случай всегда можно разбить ее об чью-нибудь голову. Кто знает, зачем эта штука нужна? Никто, это точно. Своим делом. Черт! Сильный сукин сын! Кажется, он мне нравится. Похоже, с поиском запчастей я еще не закончил. Тут пусто. Надо бы сменить оружие. Может, когда-нибудь пригодится. Сейчас самое время взять второе оружие. Но я и с тремя управлюсь. Если надо будет. Что только что случилось? Кажется, начинает получаться. Это я оставлю себе. С какой стати я должен всю работу делать? Я на пенсии. И что это тут делает?
Мне нужно оружие, а ты мелом кидаешься. Мне что, самому себе ствол рисовать? Я все равно без понятия, что это такое. Даже думать не смей. Шмаляет он погромче. Я тут заметил, что враги от этого пугаются. Больше никому это не нужно. Ну же, руки, не подведите! Работа не в проворот. Надеюсь, оно того стоит. Надо бы проучить этих мелких тварей. Где там наш друг? Кто-нибудь, позовите Аглоеда. Пущай он эту мелюзгу подавит. Кто-нибудь, позовите Аглоеда. Пущай он эту мелюзгу подавит. Видимо, оно того стоит. Хотя и времени нам даст совсем немного. Эй, коротыш! Когда до тебя дотянется здоровяк, тебе мало не покажется. Надо бы проучить этих мелких тварей. Где там наш друг? Ты пробил на мне зверя! Давай лучше вторую штуку. Thank you.
это всего лишь средство достижения цели. Что только что случилось? Эй, обезьянка! Может, пропустим все эти пляски и перейдем сразу к взрыву? Только не думайте, что теперь у вас преимущество! Близко подсмыть. Никто тебе не говорил, что посеешь, то и пожнешь. Дай мне что-нибудь, что бьет побольнее! Радует, что банк не обнесли, пока меня тут не было. Теперь у меня есть причина тебя прикончить. Мне будто 75. Я прям помолодел. Yeah.
Вряд ли я буду это есть. И так уже зубов почти не осталось. У меня для тебя кое-что есть, дружок. Возьму-ка бутылочку. На худой случай всегда можно разбить ее об чью-нибудь голову. Кажется, он мне нравится. Сплошное разочарование. Времени нет. Давай хоть это. Что случилось? Будь я помоложе, просто перелез бы через эту хрень. Что только что случилось? Thank you.
сначала, потом еще и ноги оторву. Хватить надолго, если пользоваться с умом. Самое время упасть и не вставать. Я бы попросил поднять руки, но с этим у тебя проблемы. По-моему, нас тут малость обсчитали. Пожалуй, эта приблуда начинает мне нравиться. Мелкого джекпота я еще никогда не видел. Надеюсь, во втором оружии пули есть. Не люблю сюрпризы, так что возьму это. Имя тебе, папа! Думаете, я к такому не готов? Как по мне, лучше бы вы взрывались! Ну, грех жаловаться. Ты странные ощущения. Может, стало больнее? Может, взять другую пушку? Надеюсь, во втором оружии пули есть. Стули, ты здесь? Нам лучше держаться вместе.
пора доставать второе оружие. Сейчас самое время взять второе оружие. Тут пусто. Надо бы сменить оружие. Наконец, что в одиночку со мной не справиться. Тут пусто. Надо бы сменить оружие. Похоже на улучшение. Точно буду знать, когда испытаю это в деле. Ротник! Если мы твою помощь принимаем, это не значит, что мы ее ценим. Сейчас самое время взять второе оружие. Упрямые вы, сукины дети, да? Да, ты же задумался до такой глупости! Пара лишних патронов. Лучше, чем ничего. Хотя бы знаю, за что плачу. Мне надо радоваться. Если да, то с какой стати? Не знаю, что это сейчас было, но я будто даже помолодел. Времени нет. Давай хоть это. Что? Я не чувствую никакого запаха. Может, кто другой захочет полакомиться. Бери, а потом займись своим делом. Ладно? Oh!
пить пока не хочется, но все равно возьму. Да. Я могу просить поднять руки, но с этим у меня проблемы. Повесели. Никто тебя не заставлял со мной связываться. Пошли! Это какой-то мусор. Вот это я, пожалуй, поменяю. Родник! Возьму-ка бутылочку. В иной случай всегда можно разбить ее об чью-нибудь голову. Слишком стар, бродить из какой-то конкретной цели. Держи, здоровяк! А вот теперь становится интереснее. Теперь точно подзаработать. Патроны не меньше, чем стулья нужен психиатр. No! Меня даже провоцировать не надо. Коротыш, когда до тебя дотянется здоровяк, тебе мало не покажется. Максимум патронов! Эй, кто там главный?
Продолжайте бросать нам патроны! Этим козлам просто повезло. Ты меня понимаешь? Тут, небось, какой-то хитрый механизм для завода. Смотри у меня! Тут все пересчитано! Мне кажется, что мы все делаем по второму кругу. Численные преимущества вас спасет и ними. Это только начало. Потом все и ноги оторвут. Ожмите! Истребим их всех!